Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Хотите ловить вот так много рыбы? Смотрите, уже огромный пакет, уже килограмм 7. Сорожка, окунь, густера, все что угодно. Добавьте валерианы на стойку. Это такой усилитель. Ловим на опарыша. Вот прикормка обычная. Размешала я влажная. И сюда прямо валериана, чтоб рыба как кошки балдеет. Накапали сюда в прикормку. И накапали, то есть вместо лова. Все, ребят, ждите. Это просто бомба. Накапит валериана. Сейчас пойдет рыбалка, сами убедитесь. Вот такая сорожка. Вот, только валерьянкой. Прикормили. Сразу пошли по клевке. Так, пошел процесс. Какая сорожка хорошая. Сорожка нормальная. Идет потихонечку. Такую на засушку хорошо, на засолку. Люблю прям такую небольшую. Окушочек. Ну, отпустим его. Ух ты, какой окушок хороший. Ух ты. Вот, ну таких можно ловить. Таких даже нужно ловить, я вам скажу. Сорожка. Она, ага, такая вот сорожка хорошая. Так, вот какая крупная сорожка пошла. Вот, хорошо. Такая сорожечка. Ага. Опа. Ну и так, принцип действия, думаю, ясен. Валериана настойка добавили, и вон целый мешок рыбы. То есть ловите, пожалуйста, любая рыба, то есть подойдет. Итак, на сегодня все. Всем, кто понравился, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Всем пока.